меня тут назрел вопрос. Нахера бабы, когда им дарят, либо когда они сами себе покупают Шанель или кроссовки и Луи Виттон, они обязательно, блядь, должны снять это в сторис. Чем показать, что лежит в этой коробке, обязательно нужно снять в сторис, как вы открываете ленточки, открываете коробку, достаете пакет. Открывайте пакет, и вот она, сумка! Снимайте пакеты Zara. Почему вы не снимаете пакеты H&M? Почему, когда вы покупаете носки, вы не снимаете их в сторис и не показываете всем? Но если будут носки Gucci, вы обязательно снимете и покажете, что у вас носки Gucci. Это такая редкость, и это пиздец как круто показать, что у вас джинсы Филипп Лейн или куртка от Dolce & Gabbana. Хочется пожелать только мужчину, который будет чаще дарить вам такие подарки, чтобы у вас не было времени даже снять пакет и процесс его открывания. С 8 марта всех, ребят!